Здравствуйте, друзья! Я очень рад сегодня рассказать вам о новом типе снаряжения или, можно сказать, оборудования для отдыха на природе, для кемпинга, для стационарных лагерей. Это то, что называется Power Station, что правильнее будет перевести не как электростанция или силовая станция, а как зарядная станция. Зарядная станция Romas Thunder RS-300. Вот такая вот коробочка. И сегодня я о ней подробно рассказываю. Самое главное, что у меня появилась осторожная надежда, когда я только узнал об этих станциях, что они смогут заменить очень сильно опостылевшие генераторы при организации стационарных лагерей. Дело в том, что я, честно говоря, натерпелся. Уже вот там, я не знаю, году к 11-му это уже было вот так. И сейчас я всячески стараюсь избегать установки генератора при выезде на природу на длительное время. Хотя, конечно, в основном это не получается. И вот такой интересный пример. Есть видео, где я, собственно, рассказываю о чем-то совершенно другом, а на заднем плане молотит генератор. Раз, раз, раз. Сегодня. И, понимаете, такая дребедень, она целый день, неделю подряд. И попробуй ты отдохни, потому что в данном случае это был лагерь, который мы сами не организовывали, и работавший постоянно генератор там нужно было, понятно, что там был холодильник, и по-другому никак, но он просто выбешивал, да, а когда мы организуем такой лагерь, то получается, что нужно, я стараюсь сделать его как можно реже включать генератор, выстраивается очередь, какие-то споры, кто заряжает, кто не заряжает, в общем, воняет, чадит. Шумит, совершенно какая-то такая вещь, не подходящая ни для отдыха, ни для какого-то такого взаимодействия с природой. Надоело. И вот, я узнаю, что появляются такие станции, сам планирую уже покупать на пробу. А в этот момент нам предлагают вот такую вот штуку на тест. Я ее вам представляю. Значит, смотрите, есть подробные технические описания. Они вот здесь. Мне, как гуманитарию, здесь многие строгие зрители запрещают говорить о технических вещах, поэтому я предлагаю интерпретировать полученные данные, увиденные самостоятельно. Сам буду скорее говорить в неких попугаях. Да? Но прежде чем перейти к измерению этой штуки в попугаях, я скажу, что по подсчетам, я консультировался, да, получается, что эта вот коробочка эквивалентна пауэрбанку примерно на 62 тысячи мАч. И имеет нагрузку 300 ватт максимальную, но самое интересное, что в пике до 600, этот пик может быть не секунду, а длинный. Да, то есть производители говорят смело, если у вас там кофеварка на 600 ватт, вы можете подключать ее спокойно, или там чайник, к этой штуке, она будет работать. Просто не очень долго, под постоянной такой нагрузкой, а время от времени. Да, включили кофеварку, выключили. Ладно, может быть все что угодно такой мощности. Это очень хорошо. 600 – это уже вполне приличная цифра. Теперь по емкости. По моим личным предположениям, я уже сейчас активно этой штукой пользуюсь, смотрю. Если мы представим себе абстрактную семью из трех человек с телефонами по 3500 мАч, а именно телефоны у нас являются самой главной потребностью сейчас в подзарядке при отдыхе на природе, ничего с этим не сделаешь. Получается где-то порядка двух десятков зарядов на одном большом заряде этой станции. То есть вы можете взять на неделю подобный кубик и подзаряжаться, если говорить только о телефонах, подзаряжаться всей семьей, и впритык хватит. И вы при этом не будете расходовать заряд аккумулятора в автоматическом мобиле, и, соответственно, спокойно уедете обратно, без страха, что вы там заглохнете где-то и не заведетесь, вернее. Это уже большой шаг вперед. И в целом есть еще такая же, более емкая и на 500 ватт. Я так понимаю, что их еще просто не было в стране, и поэтому их не прислали нам. То есть можно брать и более мощные подобные системы. Давайте к разъемам. Разъемы здесь очень меня впечатлили. Прежде всего, здесь есть разъем переменного тока 220. Да, вообще здесь есть включатель и выключатель. Можно включить и выключить.
И есть отдельно выключатель на переменный ток на 220. Вот хорошо защищена, влагозащищенная розетка, прикрытая отдельной крышечкой. Это раз. Дальше у нас имеется USB-порт. Два USB-порта по 18 Вт. И это быстрый порт. Если подключать к нему телефон, то телефон показывает уже даже с 18 Вт, показывает быструю зарядку. Ну и внизу есть еще USB-C порт. Нижний USB-C порт, он дает 60 Вт. И это особые 60 Вт. Во-первых, телефон воспринимает его как очень быструю зарядку. Да? Ну, по крайней мере, мой Samsung, он заточен под такие зарядки. И стремительно заряжается. Но самое важное, что этот порт держит и заряжает ноутбук Xiaomi, который у меня есть, и который от зарядки сетевой 60 Вт не заряжается. Я менял зарядку для своего ноутбука, одну раздолбал, и покупал, сначала у меня была уже 60-ваттная зарядка, я ее поставил, подключил к ноутбуку, и он не заряжается и не питается, а от этой питается. Что для меня чрезвычайно важно, я тогда могу вывести, значит, в поле и работать с ноутбуком совершенно спокойно, будучи уверенным, что от этого устройства я его спокойно подзаряжу несколько раз. Кроме того, есть входной порт для устройств на прикуривателе. То есть, если у вас какие-то устройства уже питаются от автомобильного аккумулятора, вы можете их сюда подключать. Но самое важное вот с прикуривателем, это не то, что он здесь есть. Хорошо, здесь есть вход, который мы, естественно, через адаптер подключаем к сети, когда заряжаем. Вот он у меня тут. Но в комплекте также идет адаптер с устройством для подзарядки от прикуривателя. И вот это, ну, на мой взгляд, существенная вещь, что мы можем эту штуку подзаряжать через прикуриватель в автомобиле, когда переезжаем с места на место. Это, мне кажется, большой шаг, ну, по крайней мере, для тех, кто организует сложные какие-то поездки, автотуризм, не знаю, еще что-то, да, хороший шаг вперед. Также сюда можно подключить и солнечную панель, но об этом я отдельно поговорю. Очень приятное впечатление на меня произвел сам дисплей, потому что, когда вы подключаете разную нагрузку, на дисплее высвечивается не только сколько процентов осталось, но и какая нагрузка подключена, и сколько у вас времени на этой нагрузке еще вся система проработает, прозаряжается. Соответственно, вы, увеличивая нагрузку, видите, сколько вы еще времени можете заряжать. Или если вы заряжаете телефон, вы зарядили телефон, вы примерно видите, сколько еще зарядок именно этого телефона вы можете сделать на этом устройстве. Кроме того, здесь есть указатель перегрева. Кстати, здесь в этой системе есть активная охлаждение, да, стоят вентиляторы, и если устройство будет перегреваться, то будут включаться вентиляторы, и оно будет охлаждаться. Рабочая температура его от минус 10 до плюс 40. И с другой стороны фонарик. На самом дисплейчике еще отображается при входном напряжении та нагрузка, которая есть при зарядке, и время, сколько вам еще нужно его заряжать. Вот. Ну, естественно, в процентах сколько остается, и батареечка показывается в долях, делениях, сколько остается. Получается, что такое устройство может питать значительное время и ноутбук. Естественно, что все устройства разные, соответственно, точно сказать вам нельзя. Есть таблица у производителя, которая примерно прикидывает, сколько проработает там разные устройства, сколько раз можно что зарядить. Я приложу. Вот, само устройство, защищенное от ударов, очень компактное, весит 2,7 килограмма. Да, такая с ручечкой, очень хорошо. Но есть еще одно свойство у этого изделия, недокументированная. Фишка в том, что если у вас газовый котел, и вы живете за городом, у вас, скорее всего, время от времени будет вырубаться электричество. Ну, за городом такое случается. И в этот момент, особенно зимой, все, система замерзает, потому что котел перестает греть, потому что электроподжиг и насос. Насос должен получать электричество, электроподжиг должен получать электричество. Вещь неприятная. Я выходил из этого положения, собственно, теми же самыми генераторами, которые устанавливал в экспедициях. На зиму они у меня выполняли резервную функцию. Но это достаточно сложная история — завести в мороз такой генератор. И долгая. И я успешно провел испытание, подключил эту станцию к
газовому котлу, и он работает. И по прогнозу на дисплее 2-2,5 часа с этой штуки я могу спокойно получить. И электроподжиг, который берет на, в одномоментно примерно 500 ватт, эта штука совершенно спокойно с ним справляется. Так что здесь реально в пике больше 300. Но самое важное, что котел, это такая штука капризная, не каждый генератор к нему подключается, потому что там правильные синусоиды, что бы это ни значило. Вот. И нужно подключать сеть всегда через стабилизатор. Так вот здесь на выходе тоже все стабилизированное, потому что котел не ругается и работает успешно. То есть даже для тех, кому это не важно, вы можете это рассматривать как лишнее доказательство того, что здесь на выходе все в порядке с напряжением. Теперь по поводу солнечной батареи. Мне бы очень хотелось попробовать или это, или какое-то другое устройство в связке с солнечной батареей. Потому что, конечно, при том, что здесь существенная емкость, она конечна. И людям, может быть, нужно больше энергии, чем она может дать. И вот интересно было бы подключить к аппарату солнечную батарею, выбрать солнечный день, попробовать на нашем северо-западе собрать эту энергию и посмотреть, сколько получилось, сколько собрали. Если такие тесты окажутся успешными, можно с уверенностью утверждать, что в будущем, в ближайшем будущем, такие устройства смогут полностью заменить генераторы. Пока, видимо, нет. У нас, представьте себе, 10 человек, то есть такая штука выдержит, ну, примерно 2 дня. А если появится возможность ее подзаряжать, то мы выйдем, конечно, на новый уровень по снабжению энергией лагеря без всяческих бензинов, тарахтений и прочих радостей генератора. Вот, я очень рад, что в первый раз вот я это все попробовал. Могу сказать, что впечатление у меня сложилось вполне позитивное от этого устройства. Наши подписчики на Boosty, которые уже пользовались пауэрбанками от этой фирмы, говорят, что у них правильные цифры, и они адекватно показывают свою емкость. Кстати, забыл, здесь еще фонарик есть сбоку. Он дает там... И обычный свет ИСОС, ну, есть и есть. Очень надеюсь, что удастся в ближайшее время и протестировать и другие подобные устройства, и одновременно протестировать их с солнечной батареей, и посмотреть, что из этого получится. Ну, в любом случае, это большой шаг вперед. Вот такая история. Всем хороших походов и до встречи в поле.